Почему в Слободском и по здравоохранению никакого умысла, никакого конкретного совпадения я прошу здесь не искать. Мы договаривались таким образом, чтобы так или иначе мероприятия форумные проходили в различных районах области. Вот на сегодняшний день мы были в Вятских Полянах вопросами патриотического воспитания Борича, вопросами мероприятия «Круглый стол» прошел. По вопросам материнства, семьи, медицины в Слободском хуже, а скорее всего наоборот. Как только мы говорили, что о медицинских вопросах, сказали, Марина, можно в Слободской, потому что там достаточно продвинутая медицина на сегодняшний день, так или нет. Мы сегодня постараемся, как выстроить нашу работу. Такое есть предложение. Палата какими вопросами занимается вот в этой сфере, в сфере здравоохранения и то, что мы в течение почти 3 лет существования общественной палаты занимались. Дальше, я думаю, что Дмитрий Александрович выскажется на эту тему тоже, как он видит взаимодействие с общественностью, в частности с общественной палатой, в целом с общественностью. Дальше мои коллеги расскажут о такой стороне вопроса взаимодействия, как контроль в сфере здравоохранения. И дальше будет свободная дискуссия. Хочу подчеркнуть, что закрытых тем нет. Я очень буду рад, я думаю, что Дмитрий Александрович с удовольствием тоже ответит. Если будут какие-то вопросы острые, если какие-то вопросы, которые позволят нам пролить свет на те проблемы, которые, в общем-то, на ваш взгляд, существуют в этой области. Значит, могу несколько... Вот я хотел акцентировать внимание на том, что общественная палата буквально через неделю, первый состав палаты завершает свою деятельность. Уже 3 года как существует в этой области. И одним из действительно животрепещущих вопросов явилась проблема здравоохранения, потому что в этот период как раз усиленно началось проведение этой реформы модернизации здравоохранения. Мы не раз обращали внимание, и на это нельзя закрывать глаза, так оно и есть, что есть недовольство населением. Относительно, вот я перечислю, потому что то, что мы делали, некий мониторинг, доступность медицинской помощи. Мы, в частности, коллеги мои говорили об отсутствии узких специалистов, низкой доступности и качестве диагностических исследований, о трудности записи на прием к врачу, о плохом льготном обеспечении лекарствами, об отсутствии врача-терапевта по месту жительства, о невнимании медперсонала, о плохой работе регистратуры. Но это вот в сконцентрированном виде вот те вопросы, которые обсуждались по отдельности каждой из этих проблем. Вместе с тем, принимая участие на совместных совещаниях руководства областного департамента здравоохранения, в разные периоды были разные руководители, нужно отметить, что мои коллеги из общественной палаты, я не раз был свидетелем того, что
люди, профессионально занимающиеся этими проблемами, говорили, что стратегия развития медицины в регионе избрана правильная. То есть стратегически поддерживают практически все заинтересованные в этом вопросе и общественность, и профессиональное сообщество. Но вопрос два пленарных заседания общественной палаты, посвященные реформированию системы здравоохранения, стало вопросом своего рода некой общественной контроли. Но, к сожалению, должен отметить, что весомых результатов на сегодняшний день нами не имеется. И создавалось такое ощущение своими настоятельными рекомендациями общественной палаты и то сообщество, которое было сконцентрировано в качестве экспертного сообщества в палате, скорее мешало реализации этих реформ. А хотелось бы наоборот, чтобы общественность сплотилась вокруг тех правильных стратегических целей, которые так или иначе признаются, подчеркиваю еще раз, сообществом, профессиональным и, в общем-то, общественностью. Очевидно, профессиональное сообщество и население. Надеюсь, что наше сегодняшнее мероприятие, именно я такую цель для себя, во всяком случае, видел бы, что сможет этот диалог помочь заместителю губернатора, который отвечает за социальную сферу, ну, который Денис Александрович некоторые годы отвечал и за состояние медицины отдельно в Киевской области. Я напомню, что где-то месяц назад мы в общественной палате собирались и обсуждали, как проводить нам этот стол. Помните, там сидели, бурно спорили и так далее. Насколько я понимаю, модератором там должна была обычно быть. Непонятно, почему ее нет, и также непонятно, почему отсутствует на круглом столе эксперт Орловская и председатель комиссии Семеновского Николай Владимирович. Как дело? Какие-то там слухи до меня доносятся. Вы можете пояснить ситуацию? Но я не думаю, что для целей нашего круглого стола это имеет какое-то значение. То, что отсутствует Семеновский Николай Владимирович, это объективно, он в отпуске. Он только-только, насколько мне известно, только я даже не знал, что он приехал, насколько нам известно, вот по этой палате, что он в отпуске был. И он нас предупреждал заранее. Галина Сергеевна по различным причинам, я считаю, это по ее личным причинам, она не смогла поехать. И Кеннесу я разговаривал лично по поводу ее выступления, она меня спросила буквально следующее, смогу ли я сказать то, что я желаю. Я сказал, что общественная палата проводит все мероприятия совершенно открыто. Любой желающий может прийти, рассказать все то, что он считает целесообразным и нужным. То, что они не явились, я думаю, что вопрос лучше к ним. Подчеркиваю, что мероприятия общественной палаты всегда были открытыми для всех и всегда таковыми будут, исходя из нашего понимания целей и задач общественного палаты. Все, да? Тогда с вашего разрешения я предоставляю слово заместителю губернатора Киевской области Матвею Дмитрию Александровичу. Пожалуйста.